атмосфера. Но, конечно, не очень понравилось, как мы сюда ехали, душно было. А так мне очень все понравилось, особенно то, что мне дали подержать оружие, шашку. Также мне понравилось то, что были бесплатные аттракционы. Ну, очень все понравилось, хочу вступить в этот клуб. Очень-очень. Здесь было очень интересно, и эмоции прям сильно зашкаливают. Мы катались на разных аттракционах, и было очень круто. Нас радушно встретили ребята, которые там занимаются, показали нам небольшой фильм о своей жизни, работе в этом клубе. Рассказали, также показали этим ребятам виды оружия, боевые действия, снаряжение. Ребята все попробовали, сходили потом мы к памятнику Екатерины Великой, сфотографировали, сделали фото на память. Ну и в качестве того, что мы гости города Кропоткина, нас покатали на карусели. Мы очень довольны, я как классный руководитель и как зам по воспитательной работе считаю, что это хорошее мероприятие, сотрудничество. Думаю, мы дальше будем также сотрудничать с вами.